Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, февральские награды. Так, забираем, здесь забираем. И тут тоже забираем. Ну, понятно, поражение в войне. Проиграли-то всего, ну, грубо говоря, 200 тысяч с небольшим. Плохо, плохо, ребята. До этого выигрывали, а тут проиграли. На тебе, как говорится, сюрприз. Подарок дня. Так, заканчивается механический Марвел. Я заберу здесь награды. Так, сегодня, ребята, у нас будет открываться один из персонажей. Давай, наверное, сразу ее откроем. Это Гвеном. Вот так вот она выглядит. Почему-то мне Гвеном ассоциация сразу с Гвенпул. Я не знаю почему, ребят. Слившись с симбионом Веном, Гвен Стейси стала Гвеном, истязающей врагов с убийственной точностью. Ну, симбионы, да, получается, она к ним. Это из ее команды, короче. Ну, давай сразу же есть здесь немножко шмоток накидаем. Точнее, части шмоток. Потому что прогресс она получает, когда мы все, ребята, 6 шмоток надеваем. Так-с. Что мы видим? Да ничего хорошего, ребят, пока мы здесь не видим. Недавно прокачал спасительницу на 16 уровень. Ну, вроде бы, ребят, неплохо. Хотелось бы, конечно, лучше, но пока вроде бы и так нормально. Так, здесь мы забираем с тобой, ага, такую легенькую награду, скажем так. Кибербезопасность. Отправь героев по найму в налет. В налет. Героев по найму. А у меня, по-моему, герои по найму-то и не прокачаны. Сейчас посмотрим, что там у нас с налетом связано. Ну давай попробуем все награды собрать, если, конечно, получится. Я в этом не особо уверен, конечно. Но по максималке точно. Пока всю энергию, ребят, с вами не растранжирим, не успокоимся, верно? Команда у меня, ребят, по-прежнему старенькая. Ничего я менять не стал. Хотя в ближайшее время планирую. Может быть, скоро будем пользоваться зловещей шестеркой командой. Не знаю пока точно, но все идет именно к тому, потому что она у меня сейчас идет в основную прокачку. Я знаю, что эта команда уже как бы устарела очень сильно, но тем не менее. Я играл вот с этой командой против зловещей шестерки, и меня там порвали. Просто порвали, разорвали в хлам. Я даже ничего пикнуть не успел, ребят. Хотя отряд был по мощам слабее меня, но у них синергия, причем офигенная была. Я даже практически сходить-то не успел, несмотря на то, что у меня была и спасительница. Так, ну что, ребят, давайте заберем, наверное, наши награды. Здесь сколько мы там? 18 наград, нормально. 18 этапов. Конечно, там надо еще бомбить, чтобы все награды собрать. Ну, пока и этого достаточно. Так, ну что, давай посмотрим, что здесь. Понятно, а им... Так, каратист наш. Пересмешница тут у нас вылезла. Так, тут у нас... Давай, наверное, возьмем вот этот вот укольчик. Так, здесь у нас что будет доступно? Кстати, новый персонаж, ребята, в игру введен. Как его звать-то? А, Ос Красный Гоблин. Ну, мне здесь не повезет, как всегда, на Гвеном. Но это лучше. 2 и 4. Так обычно один там выпадает всего лишь и всякая трихомодия. Но тут прям, так скажем, фартануло, блин. 6 карточек получил я на Гвеном. Так, что у нас тут выпадет? Понятно. По минималке всучивает просто-напросто. Всегда открываю по одному, ребята, здесь. Ну, это у нас прокачано по фулке. Минерва, гоблин тоже по фулке. То есть это мы с тобой просто сейчас отдадим, сбагрим. Так, хорошо. Жучара, муравейка. И
Блин, он, по-моему, у нас тоже прокачан, зимний солдат. Я его недавно прокачивал. На 300. Врать не буду, по-моему, прокачал я его все-таки. Нет, не прокачал. Раз его не отметили там, значит, не прокачал. Так, а здесь у нас что? 1600. Фуета. Да, ребят? Так, забрали. Здесь. Ну, тут открываю полностью сразу. Почти, ребят. Нет смысла тут теребунькать что-то. Еще две награды. Так, вот здесь по одной сфере. Это... Ну, нафиг мне вот Дэдпул. Ну, ёпрасоты, ну. Дэдпул, Циклоп. Вот они, кстати, ребята, взяли моду давать тебе то, что у тебя уже есть. Да неужели? Агент Веном получает у нас левелап. Так, а вот это, ребят, хорошо, это я возьму. МК-2, Железное сердце. И, наверное, Сивку надо взять, по идее. По идее. Хотя тут либо X. Не, наверное, все-таки Сивку. Я, наверное, Сивку возьму, ребят, все-таки. Мы ее прокачиваем. Так, здесь у нас пока ничего не светит. Но зато 15900. Это у нас есть. Вот на эти штучки, на наши прибамбасики. Я сейчас тут наберу то, что мне необходимо, так скажем. Что, я не нажимал? Зачем ты мне показываешь? Так, 150, 124, 32. Вот здесь вот возьмем. Наверное, все пока. Так, 137. Давай посмотрим, есть ли у нас за сотку. Нет, у нас от 150 начинается уже. 716 зеленых. Роук. Я даже не знаю, ребят. Ну, можно, в принципе, и на Роук взять. Давай, черт с ним. Пускай будет у нее звезда третья. Так, здесь скупаем абсолютно все Иза. Давай, давай, давай. Ну, что-то немножко подтупливает. Эти Изы мы скупаем, потому что нам надо прокачивать их абсолютно всех. И от этого никуда не денешься. Так, по сферам. Три сферы здесь. Все, забрали. Так, по наградам вроде бы, ребята, все разобрались. Теперь что? Теперь выполнение заданий. Проматывай давай сюда. 7 испытаний, да? То есть это максимальное количество, которое у нас есть. Я вот думаю, вот здесь вот я, интересно, смогу пробить. Уровень отряда 90+. 90+. Нет, не смогу. 90+, ребят, куда? Куда там, блин? Здесь требуется типа ИЗа с уровнем 5, ИЗа 8. То есть не хватает одного персонажа, да? Два, четыре есть, как бы одного нету. Но тут либо королевскому стражу, либо зимнему солдату. Естественно, лучше прокачать зимнему солдату. По идее. Но мне его надо еще докачать, прежде чем вкачивать ему Иза. Так, здесь у нас что? Уровень 65, красные звезды. Давай посмотрим. Блин. Раз, два, три, четыре, пять. Я не совсем уверен, что мы вообще здесь сможем справиться. Но постараюсь, давай попробуем. Мне кажется, кого-нибудь дозывали все-таки сейчас. Кого-нибудь добомбанут. Ну давай ты прогружайся быстрее, господи, что-то там три часа жамкаешь там. Значит так. Началось, блин. Блин, мне не нравится, что у них здесь слепоту повесили? Повесили. Но этот еще регенку сразу же врубил. Погнали.
Надо нам этого доктора валить. Октопуса. Ну, я думаю, ты понимаешь, зачем его вальнули. Естественно, ребят, для того, чтобы он... Сдуло, да? Воу-воу-воу, я думал, что это все. Это фиг там, ребят. Знаешь, что самое обидное? Что у нас в этом отряде нету... Блин, они все с уклонением. Абсолютно все, ребят. Блин, я боюсь, что этого вальнут. Давай так попробуем. Вот-вот-вот-вот. За магнета, ребята, я переживаю. Блокировка лечения. А провокатора у нас здесь нету. Да он же... А, не вырубил? Сейчас два появится еще, да? Ну, понятно. Носорога теперь надо попробовать как-то. Отсвяньте от этого, пожалуйста. Слушай, как-то неожиданно, ребята, но мы прошли на все три звезды. То есть, соответственно, теперь мы этот уровень можем фармить. Я доволен. Не зря я рискнул, друзья. Не зря, поэтому... Естественно, награды лучше, круче, больше. То, что нужно. Такой крутой, конечно, Веном. А вот дальше не смогу, ребят. Дальше тут, сам видишь, требуется персонажи типа мутанты. У меня ни одного мутанта нету. Так что здесь добиваем на автобое и все. Давай посмотрим, что у нас вот тут. А, ну тут тоже, ребята, мистики только нужны. С ИЗО 8. Так, здесь. Ну тут либо Капитан Америку прокачивать, либо карателя в ИЗО 8. Как по мне, лучше Капитан Америку, чем кого-либо другого. Так, а посмотреть здесь. Уровень 85. Звезды 7. Красные звезды 4+. Категория шмоток 15+. Слушай, а можно попытаться, ребята? Можно. И я попытаюсь. А мне кажется... Ну, сейчас посмотрим, какой противник будет, конечно же. Если ты... Там супермощный. У нас, смотри, с тобой есть хил. Это доктор Октопус. Плюс у нас есть спасительница, которая бафает очень солидно. Но, опять же, ребят, все зависит от нашего противника. Сейчас посмотрим, какого уровня, во-первых. Там не зря нам сказали. Категория 85. Ну, мы, в принципе, входим в эту категорию. 13 противников будет в общем количестве. Так, у них кто тут? Ну, типа полукоманда этого получается, да? Таноса. Ну, поехали. Минус Танос. Уже хорошо идет. Дальше делаем регенку. Естественно, баф. Что, не получилось? Обделалось, да? Таким тесаком. На. Бум, с еще такими колотушками. Массовый, давай. Эта девочка не жилец. Все,
все, обделалась такая. Заблокировали. Еще заблокировали. Ну что, Шок, давай усили нашу команду. А теперь бомбани. Ну, давай это, наверное. Не, давай. Хотя, ну, в принципе, без зайца. Перекачивает, да, энергию, гад. Все, Псайлок. Труп. Это тоже труп. Еще 8 противников. Новых, свежих. Ага. Феникс. Так, вот это, наверное, надо, блин. Сейчас будет со своими кровотечениями тут. Минус один. Выжила стерва. А, тут еще, тут оказывается еще не все. Да куда тебе, а? Подонок ты несчастный. Так, этого добьем. Вуду, блин, плохо, ребят, сейчас начнет. У него такая же фигня, как у этого. Как у Локи. Начнем избивать друг друга. А ему, в принципе, крышка. У него защиты от смерти нет. Все, ребят. Вампир, я тоже смотрю, тут особо что-то не успел ничего сделать. Пора ему тогда отдупляться. Отправили ее к праотцам. Ну и, соответственно, призрачный... ну что ты все не успокоишься? Ты же видишь, у нас сопротивление идет, господи. Еще... да, все, ребят, думаю, еще что-то будет. Прекрасно. То есть этот уровень мы тоже с тобой сможем, ребята, фармить. Хм. О чем я даже и не подозревал. Ну, прекрасно. Награды нам не помешают. Вот Манора я, кстати, не качал вообще, ребята. И... слушай, ну тут можно и дальше продолжить. Рекомендуется уровень 90-й. Давай просто хотя бы глянем. Мне кажется, тут будет полная труба. Ну, раз, блин, мне надо, ребята, сходить и налить капучино себе. Мне хочется попить капучино, понимаешь? В 12 часов ночи. Вот хочется бы не попить. И все. Так, ладно, сейчас будем смотреть. С какого уровня? Почему у него такой костюм? Непонятно, я не могу понять. Какой-то странный капюшон, блин. Так, 14 противника, друзья мои, будет здесь. Слушай, я не сказал бы, что здесь что-то такое жесткое. Кого она возвращает? Понятно. Значит, Миерву надо, по идее, шлепать. Пробафаемся. Поехали. Ах ты, гад. У него еще блокировки, блокировки, уклонения стоит у него. Ну, мы забафаемся тогда. У нас иммунка. Поехали. Как он выжил-то, паразит?
Парадокс какой-то, ребята. Так, еще и доктор Стрэнджи тут прибыли. Две штуки, что ли? Нет, один. А, двое. Двое, ребят. Да. Халк. Да выежился. Блин, ну понимаешь, дело в том, что Стрэнджи они могут вернуть погибшего бойца обратно в отряд. Теперь у них только одна попытка будет на это. Да и то вряд ли. Таскмастер и Красный Страж, да? Все, ребята. 90 в плюс, там 7 звезд, блин. Туфту гонят всякую, ребят, для устрашения. Все у нас получилось и так прекрасно, замечательно. Все, этот уровень тоже, ребята, мы можем теперь фармить. Они периодически будут появляться в течение недели. По-моему, по одному разу в течение недели. И в конце недели тоже, по-моему, появляются они. Так что на автопобеду забираем награды. Круто. Все, друзья мои, прошли. Не зря все это было сделано. Так, следующие 48 часов побеждаем в налетах и получаем снаряжение X батареи. Так, в налетах? Я что-то там не видел, чтобы мы с тобой получали батареи какие-то. Что-то они тут, по-моему, заврались, ребятушки. Какие батареи? Там не было никаких батарей. Там были обычные самые награды. Самые обычные награды. У меня с деньгами, ребята, туго очень. 2 миллиона всего лишь налички. Блин, фотоны мне надо тоже как-то докачать. Слушай, Иронина. Хотелось бы. Так, здесь докупим. Что там за сферы? Так, давай посмотрим, что здесь. Кейдж. Ну, Кейдж я, ребята, тоже намечался прокачать. До 300-очки. Да там дофига еще, если честно, придется его качать. Так, здесь у нас... Ну, опять же, вот это возьмем, наверное. Пока... Да что такое, в этапах что-то не добрал, а? Золото. Золото, золото, золото. Так. Давай забирать теперь ежедневки наши. Сделать вклад, рейды. Так, 5 карточек. Блин, на премиуме 20, на обычном 5. Где справедливость, ребят? Нет ее. Почему 3 события, а не 2? Даже не одно. Сколько я помню, у нас одно событие было. Здесь... Смотри, здесь они воткнули. Его раньше не было здесь в этой команде, они воткнули его. Что, тоже получается симбион? Блин, я вот не могу, ребята, вот здесь. Потому что его нету. Потому что нету вот этого. А он мне нужен, блин, а я его не заработал. Сотку, он 100 карточек, ребята, чтобы его получить. 100. У меня только лишь 14. Очень паршиво, ребята, он копится. Его нигде не взять, не насобирать, блин. Я думал, может быть, за сферы можно, блин. Ну, сферы специально копил. Его, по-моему, и за сферы нельзя найти. Ну, сейчас вот можно посмотреть, вот, сферы. Тут чисто за эти. Хотя, можно вот... Подожди секунду. Вот, вот его нельзя, ребят. Видишь, только вот за определенный. Все. А вот здесь можно. Восемь. Всего 8, блин. Если бы там было бы 150, тебе выпало бы, да? Я бы радовался.
Так, ладно, давай пошли за... Такс, подожди секунду. Жабу, по-моему, мне надо докачать. Жабу. Ну и Майлза. Давай, наверное, Майлза начнем. Так, а здесь... Слушай, а кого тогда еще будем качать Веном? Хеймдаля, да? Хеймдаля будем. Чуть-чуть нам не хватает, чтобы его прокачать. Так, сферы 2900, давай, наверное, мы с тобой одну сферку откроем. Не то. Дай тогда еще здесь одну сферу. Вообще не то. Так, заходим на бонус, идем сюда, открываем. И, ребята, продолжаем фармить. 8 карточек, отлично. Получить. Так, теперь надо что, энергию потратить? Ну, вон, видишь, 206. Кстати, давайте-ка мы найдем с тобой агента Венома. Он у нас уровень должен получить. Точнее, не уровень, а ранг. Сразу перелетел сюда. Так, что мы там смотрели? А, зимний солдат. Зимний солдат. Вот, зимний солдат, кстати. Не очень много осталось, тут всего 21 карточку на него найти, и он, в принципе, у нас в кармане. И вкачаем ему тогда уровень еще. Его нужно, ребят, прокачать и по этому, и по Иза тоже. Допустим. И что тут? Либо королевского стража, ребята, прокачивать на Иза. Ну, это чтобы то событие проходить. Ты понял, да, чем я? Там было либо этого, либо зимнего солдата. Я сказал, что хочу зимнего солдата прокачать. Так, кто-нибудь хочет себе опасный эксперимент? Бог с тобой. А по шмоткам только человек-муравей. И все, что ли? Только муравьишка. Ну да, получается только он. Заберем здесь тогда награды. Так, по космическим испытаниям. Чего написано? Сезон космических испытаний скоро закончится. Странно, скоро закончится, а как бы не закончился еще. Так, подожди, давай, наверное, здесь начнем. Конечно, через симуляцию, ребят. Викторович. Шокер до категории 1. Ну, таким образом мы сейчас с тобой пройдем все наши 5 попыток. Первая там идет на 2 попытки, вторая на 8 попыток. То есть 2 награды можно было бы получить, в принципе.
А 85 уровень, ребята, пока не тяну. Также и в рейде, ребята. В рейде я уже немножечко начал разбирать. Сейчас покажу, про какой рейд я имею в виду, который идет этот. Основной-то наш. Потихонечку начинаю разбирать. Но мне не хватает, по-моему, одного бойца еще не хватает. Вроде кажется ерунда, а по факту, ребята, ну тяжело без него играть. Так, ну что, все, ребят, попытки здесь закончились, к сожалению. Так, здесь забрали. Что там у нас в магазине? Погоди-ка. 2800, да? А у меня 2300 только лишь, понятно. 500 очков не хватает для того, чтобы приобрести там что-нибудь. Так, сфера оружейная 14 уровня. Ну, тут я всегда беру звездочки, ребят. Именно на этой категории я беру звездочки. И сейчас пойдем. Там 150, от 150, по-моему, звездочек начинается у нас, да? В припасах. Ну вот у нас выбор. Я склоняюсь, наверное, к черной вдове, ребят. К черной вдове. Это же, если не ошибаюсь, черная вдова идет как раз в категорию персонажей по найму. Да, она еще пока слабенькая, но я ее и как бы и не прокачивал. Так, вклады, рейды. Вот 8, я тебе говорил, тратить энергию из-за. У нас больше нету. Остается здесь что-то добрать, в принципе, и все. И все. Так, теперь что у нас? Эпические компании, ребят. Про эпическую компанию я тебе говорил. Вот здесь вот потихонечку, ребят, начинаю разбирать. Но не хватает одного персонажа. Нужно 15 категория. Тут либо мистерия, либо шокер. Давай посмотрим, что у нас получается по прокачке. Кто быстрее наберет? По-моему, все-таки мистерию, да? Вот у нас мистерию. Он имеет 12 уровень шмотки. Вот у нас 11 уровень шмоток. Поэтому мистерию быстрее как бы должен, ребят, прокачаться. Но не хватает ему чего? Не хватает ему уровня. Если по шмоткам все отлично, вот именно левел его подводит. Это какой нужен? 69-й. Короче, до 70 уровня. Так, опять же, до 70 уровня. Это мы ему прокачаем только лишь на 13. А там нужно 15, ребят, категория. То есть еще хо-хо-хо. Качать, качать и качать. То есть, ну, потрудиться надо. Но, тем не менее, я пока и таким отрядом попытаюсь, ребят, что-то сделать. На этом отряде не хватает, точнее, на этом испытании нам не хватает персонажа 16 категории. Здесь недавно только у меня вошла, вот, буквально позавчера я прокачал спасительницу. А не могу, ребята, почему-то здесь, вот там могу 4 играть, а здесь именно нужно 5. Видишь, 5 персонажей нужно в бой, то есть я не могу отправить. А вот в том событии, вот в этом, я могу почему-то, ребята, вчетвером играть. Вот, видишь, в бой. Почему так сделали, не знаю. Там, видимо, нужна фул команда, а здесь можно. Но опять же, ребята, 4. У меня было их 3. Потом я еще одного прокачал. Вот 4 сейчас выступаю. Но опять же, первую волну я прошел. На второй волне меня просто разнесли. Вот сейчас ты увидишь, вторая волна, как раз я вот с нее и начну.
Сейчас посмотрим. Да разнесут меня здесь, ребят, в хлам. 34, 34. Ну куда тут? Поехали. Жестко слепоту надели. В общем, ну видишь, как расколбашивают. Намор еще, блин, тут лезет. Это кто там? А там у них Грут еще оказывается в команде. Ё-моё. Гамор, Грут, нормально. И чё? Ну, друзья мои, короче, игра глюканула. Ну, видишь, прекрасно. Ну что ж, ребят, тогда... Тогда что? Тогда на сегодня будем закругляться, потому что... как здесь поединок, больше нам ничего не светит. То есть я здесь 100% проиграю. Очевиден результат. Я здесь не смогу никого удалять. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии, когда будет у нас какой-то новый персонаж. Или на что-нибудь я накоплю, и обязательно будет следующая серия. А пока играю я за кадром. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.